Всем привет, друзья! С вами Магмакс, и сейчас я хочу рассказать вам мое мнение про Амбассадор. Единственный плюс Амбассадора – это крит в голову, так что целиться придется только лишь в голову. За несколько дней, которые я наиграл с Амбассадором, я понял, что эта пушка подойдет для шпионов, которые будут играть не так, как шпионы, а так, как снайперы. Еще этот револьвер подойдет для более агрессивной игры, а особенно в связке с обычным ножом и звоном смерти. Еще сегодня я расскажу про некоторые стебы и про то, как вашу игру воспринимает сервер. Пока мы не начали говорить про стебы, заглядите на канал моего друга, который сделал мне просто замечательную шапку вместе с аватаркой. В одном из своих видео он показал, как он это делает, в общем, ну, чекните. Первый стеб – Матадор стеб. Рассмотрим несколько случаев от первого лица и в 3D перспективе. Ну, от первого лица все довольно просто. Идете в одну сторону, а потом в другую. Не так ли? В 3D все примерно так же. И механику можно не объяснять. Для тех, кто до сих пор не разобрался, как работает Матадор, сейчас все поясню. Вы видите противника, и вы понимаете, что он знает о том, что вы спай. Создайте у врага впечатление, что вы идете направо, а на самом деле вы уже идете налево и находитесь за его спиной. Второй степ на разбор – Understep, то есть степ под вашим enemy. Тут все так же, как и в Матадоре, но вам нужно попасть в хитбокс чуть-чуть сзади спины врага и под ним. Тут как раз можно затронуть тему, которую затронул русский мясник в одном из своих видео. То, как вы выстрелили, ну в нашем случае ударили, сервер может понять не очень, допустим, точно. Допустим, вы ударили цель в спину, услышали заветный крит, но ваша жертва все еще жива, развернулась и прописала вам рандомный хедшот. Что за фигня, вы думаете, да? Ну, может быть и наоборот, вы не попали в цель, но сервер решил, что удар был точным. К всему этому причастен пинг, так что ругайтесь на него. Еще что бы хотелось сказать в конце видео, это то, что ко мне в Skype очень часто добавляются мои подписчики, но некоторые из них, естественно, не понимают элементарных слов. Spy, Disguise, Damag, Step, Enemy. Это все элементарно лечится. Да-да, именно лечится. Вам нужно включить английский язык в игре, английский язык в Steam, озвучку в конце концов включить английскую, начать смотреть американцев на YouTube, и тогда вы просто свободно заговорите на английском. Кстати, с просьбами ко мне в скайп, типа, как играть за шпиона, ну научи дам дроп. Друзья, как говорил зевак из «Как приручить дракона», практика – ваш самый лучший учитель. Ну а на этом я с вами прощаюсь, надеюсь, пинг вас больше не подведет, а с вами был и остается Магмакс. Удачи!